Всем привет, с вами я Срок, и я продолжаю играть в Sport Fitness One. Я все-таки добрался до Вика. Не буду тянуть, начну сразу. Так, тут будет воспринят, я думаю. Никаких трудностей мне не составит. Так, ждем его. А, это гонка входа будет с полицаем. Да интересно, интересно. Как он его Toyota, не ошибаюсь. Да, Toyota. Начинаем. Думаю, трудности у нас не составит. Пока он лидирует, ну так, думаю, не надо. Вот я выбрался в лидер. Врезаться мне. Ну, чуть-чуть не надо. Ой, куда это? Ой-ой-ой-ой-ой. Он быстро равно врастал. Проехал 65% трассы. Так, почти конец, главное нельзя тупить. Опять на рыбу. Mm-hmm.
есть, первая гонка есть. Еще один спринт и все. Я его выиграл. Так, уже время 2 минуты. 5 секунд. Попробую побить. Погнали. Извините меня, как я в каком-то видео, когда играл, обещал, что я сниму Слендера Long Slide, ну, да, я его сниму, но он будет с небольшим опозданием, что извините. И думаю, что с Фанни я в Counter-Strike поиграю не в скором времени, потому что не поломался компьютер, так что тут будем играть по одному. Я одну команду больше не поиграю. Так что, извините. Ой-ой-ой-ой-ой, это же надо было так порезать. Ну, масть пойдет на грузовую станцию. Я поиграю еще какую-нибудь старенькую инфесочку. Ну, так было постепенно. Underground, Carbon, Underpower. И так дойду до Rivals и как-то последняя. Ой, до Mass Net for Fitness Fantasy, да, и 2 и Rivals. Есть проценты, пожалуйста. А, я не знаю. Да, арест. Пиздец какой-то. Надо играть только в нас. Это лучшее, что я сделал, конечно.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Технично прямая. Кто же выиграл? Сука, я проиграл, ебать! Капать! Пиздак, бля. Как надо было? Я не буду. Да, если раз проиграл, это будет очень долго. Все равно врежется. Вот блин. Опять проиграл. Пиздец, нахуй. Пиздец. Фу, сука, фу, блядь. Короче, вернусь я, когда буду выигрывать. Тогда я вернусь. Ребята, я вернулся. И вот, опять остается 10%. Борьба такая. Блядь, он меня опять обгоняет. Я ебу. Короче, я скоро вернусь, когда я выиграю. Короче, опять остается 10%, но тут я должен уже. Это отрывище, я так я взъебал уже в этот раз. Тут я уже врежу. Он все равно меня не догонит. Соси, пидо. Заебал. Так я, сука, лежу. Да, соси. Это сделал. Фух. Вроде. Индюк так не брит. Понятно, что можно. Выберу вот это. Да, новая машина есть. Ну и вот это. 15 000, да, нормально. О, мы открыли Камден Бич. Неплохо. Так, опа. Так, девочку. Изи. Изабель Дир. Ну, неплохие у меня буфера, скажу.
Ну, понятно. Так, бига готова. Вот это. Посмотрим, что здесь. Так, надо проверить машину. Что за машина? Так, выбор машины. Вот это Супра. Так. Фиата нужно продать, он не нужен. 13 продаем. Берем Супру. Идем в черный список. Ух, 180 тысяч. Ну и это сделаю. Так, круг, продар. Еще один спринт сыграю, думаю, хватит. Стружит неплохо, стал бы. Да, резкость не хорошая. Надо прокачать. Больше, чем подбрасывал. Так, мы с Аркине. А, вон они впереди. Так, ладно. Ну, ничего страшного. Я упорвал. Галочка есть, 30 них, 5 минут, и 8 машин. Нам нужно пройдем. Ну, сейчас тут собираем наверное. Пожарных эксперов, авария на бензозаправке.
что здесь вот, вот здесь вот. Гать их, ну надо, начало так начало. С вами был Гайсрок. Подписывайтесь на наш с вами канал на ютубе, комментируйте, лайкайте.